Ставим стопы параллельно друг другу, копчик втягиваем в себя, выпрямляем грудь, выравниваем позвоночник. И на вдохе поднимаем руки вверх, вырастаем. А на выдохе представьте, что вся энергия небес идет прямо сердце, ладони к груди. Делайте глубокий вдох, расслабьтесь, почувствуйте, как вы стопами врастаете в пол. И вдох, еще раз вытягиваемся, руки в замок и тянем спинку. Представляем, что каждый позвонок вытягивается. Создаем пространство. На выдохе вправо наклон, вдох, центр. На выдохе наклоняемся влево и растягиваем обе стороны нашего тела. И правая, и левая сторона тянутся. Вдох, приходим к центру. На выдохе опускаем руки, сгибаем колени и создаем позу стула. Копчик втянут в себя, ручки тянутся вверх, смотрим на ладони. Ноги активные, сильные активные ноги. На выдохе соединяем руки в замок и распрямляем ножки. Тянемся в растяжку. Руки тянутся дальше. Постарайтесь соединить ладони в этой позиции. Вы почувствуете, как плечи будут уходить дальше от ушей. На вдохе принимаем позу стула, вытягиваем руки вперед. И берем себя за локотки, провисаем. Здесь можно оставить немного согнутыми колени, чтобы они были мягкими. Либо же выпрямить, тогда вы почувствуете, как ваши сухожилия тянутся, растягивается низ спины. На вдохе поднимаемся, вырастаем ручками вверх. И на выдохе наклоняемся, Уттанасана. Ардха Уттанасана, смотрим вперед, спину растягиваем и шагаем в планку. Здесь можно либо с коленей, либо чатуранга полная. И собака мордой вверх, либо кобра. Выдох, собака мордой вниз. Ардха Мукха Сванасана. Смотрим между ног, растягиваем спину, копчиком растем вверх. От самых пальчиков рук до самого копчика спина тянется вверх, а от копчика до пяток вниз. Переводим взгляд вперед, шагаем вперед к нашим рукам, Урдва Хастасана, взгляд вверх. И на выдохе уходим в растяжку, тело как можно ближе к ногам. На вдохе поднимаемся, тянемся, смотрим на ладони. И на выдохе встаем в исходное положение. Вдох, тянемся вверх, на выдохе полностью вниз, вдох, смотрим вверх и шагаем в планку. Из планки либо колени вниз, получатуранга или чатуранга в собаку мордой вверх и опять в собаку мордой вниз. Здесь дышим глубоко, восстанавливаем дыхание, сердцебиение. Вдох, смотрим и топаем вперед. И на выдохе можно обнять ноги, если можете. На вдохе опять тянемся вверх, встаем, на выдохе опускаем руки. Вдох вверх, выдох вниз. Мы наращиваем темп для того, чтобы разогреть тело. Посмотрели вверх, шагаем в планку. Из планки чатуранга локти прижимаем к телу и на вдохе смотрим вверх, на выдохе попа вырастаем, копчиком вырастаем к потолку. Полное натяжение спины и полное натяжение ног. Пятками тянемся к полу. Шея свободна. На вдохе левая нога вперед, правая нога вперед. Приходим к рукам и на выдохе ближе к ногам. Вдох. Тянемся вверх, выдох, опускаем руки, успокаиваемся. На вдохе опять тянемся вверх, выдыхаем, наклоняемся полностью вниз. Вдох, посмотрели вверх и, если можем, прыгаем назад. Либо точно так же топаем, как в предыдущих упражнениях. Вдох, смотрим вверх, выдох, вырастаем копчиком к потолку. Делаем глубокий вдох, глубокий выдох.
восстанавливаемся в этой позиции и, переводя взгляд вперед, прыгаем либо подходим к рукам. Как вам угодно, как вам удобно. Вдох вверх, посмотрели, на выдохе ушли в растяжку и на вдохе становимся, вырастаем высоко. На выдохе опускаем руки, мы подошли к балансу. Правая нога поднимается вверх, мы берем себя за колено и подтягиваем ногу, вытягиваемся. У нас обе ноги активные, не сгибайте левого колена. Вытягиваем правую ножку вперед. Делаем наши ноги еще более сильными и активными. Переводим правую назад, позу воина 3. Балансируем, корпус также параллелен полу. Растягиваемся и шагаем назад. Высокий выпад. Обе ноги сильные. Переводим вес немножко на заднюю ногу. 60% веса на задней ноге. Собираем ручки в замок. И выводим грудь вперед. Стараемся сильно не прогибать низ спины. Только грудью. Вдох вверх. И на выдохе медленно опускаем голову к левой стопе. Стремимся к тому, чтобы плечи были на одной линии ровные. И на вдохе силой ног поднимаемся. Снова посмотрим вверх, раскроем сердце, потянемся руками, растянем позвоночник. И на выдохе собака мордой вниз, одна нога вверху. Возможно, получится сделать чатурангу. И собаку вверх. И опять тянемся копчиком вверх. Пальцы рук широко расставлены, спина прямая, вытягиваемся, плечи далеко от ушей, пятки тянутся к полу. Взгляд между ногами, шея свободная. На вдохе смотрим вверх, либо прыжком, либо шагами приходим, выдох и на вдохе встаем. Выдыхаем, ручки опускаем. И делаем с левой стороны все то же самое. Подтягиваем левое колено к груди. Выпрямляем ногу, поднимаем руки, держимся. Ноги очень активны, вырабатываем в них силу. И проводим левую ногу назад, параллельно полу. Обе ноги активны, пальцы левой ноги смотрят вниз. И медленно ступаем в высокий выпад. Растягиваем позвоночник, собираем руки в замок, открываем сердце, делаем глубокий вдох и на выдохе медленно тянемся макушкой к правой стопе. Руки выводим как можно дальше, стараемся сохранять баланс. Если тяжело, можно опустить левую руку на пол и поддерживать себя. На вдохе приходим в исходное положение, снова раскрываем сердце и тянемся руками вверх. И опять идем в собаку с одной ногой вверху. Если можем, проводим в чатурангу, либо находим свои позиции. И на выдохе Адха Мукха Свасана. Восстанавливаемся, растягиваемся от пальчиков рук до самого копчика. Растяжение, глубокое дыхание. И на вдохе смотрим вверх, либо прыжком, либо шагами оказываемся в начале коврика, растягиваем спинку, вдох, выдох, наклонились и на вдохе встали, ладони вместе. И выдох, исходная позиция, вдох, начинаем снова, потянулись, пришли в растяжку, тело близко к ногам, на вдохе растянули спинку и на выдохе либо шагнули, либо прыгнули в чатурангу. Собака мордой вверх, вдох, выдох, собака мордой вниз. Глубокое дыхание, шея расслаблена. На вдохе посмотрели вперед, либо подошли и сели на попу, либо прыжком достигли этого положения. Дандасана, устраиваемся поудобнее, ноги вытянуты, пальцы смотрят на нас, плечи далеко от ушей. Вытягиваем каждый позвоночек и на выдохе тянемся к ногам, беремся за голеностопы, либо за пальцы ног. На вдохе не забудьте потянуться. И на выдохе мы словно стекаем к ногам. Следите за ровной спинкой, за тем, чтобы плечи были далеко от ушей. Колени у нас ровные, не согнутые.
сухожилие и задняя часть спины растягивается. Почему-то насана – это растяжение всей поверхности, задней поверхности тела. На вдохе медленно поднялись, зацепили правую ногу левой рукой и, если возможно, скручивание. Положили ногу в полулотос, либо стопу к внутреннему части бедра, взяли за левую ногу, вдохнули и выдохнули в растяжку. Если вы еще не практикуете полулотос, то нога может лежать, стопа рядом с внутренним бедром левой ноги. На вдохе медленно поднимаемся. И поднимаем левое колено. Противоположную руку, в данном случае правую, на вдохе поднимаем вверх. И на выдохе выкручиваем за колено. Опять-таки здесь ваша правая нога может находиться либо в позиции полулотоса, либо в позиции, как мы делаем дерево. На выдохе. Расслабили. Потянули носочки. И на вдохе согнули колени корпусом вверх. Попа напряжена, ягодичные мышцы напряжены, грудь выходит вперед. Помогайте себе. И на выдохе Паджа-Муттанасана. Выпрямили ножки и согнулись как можно ближе к ногам. Вытягиваем спинку, мы ее не округляем. Плечи отводим далеко от ушей. Если вы не достаете до запястий, вы можете всегда взяться за голени. Растягиваемся аккуратненько. Все то же самое с левой ноги. Правыми пальчиками берем левую ногу. Здесь можно брать себя за голень, если вы не достаете до пальцев. И делаем скручивание. Следим за прямой спиной. Далее снова. Левая нога в позу лотоса. Мы тянемся к правой. Вдыхаем и на выдохе. Расслабляемся в растяжку. Правая нога все равно остается активной. Пальчики натянуты, смотрят на нас. Это помогает активировать сухожилия. Соответственно, низ спины. Глубокое дыхание всегда поможет вам расслабиться и растянуться более эффективно. Поднимаем колено и скручиваемся. Левый локоть за правое колено. Смотрим за заднее плечо, спинка прямая. В каждой позиции мы стараемся вырасти позвоночником вверх. И приходим к Баддхасане, стопы вместе. На вдохе выпрямляем спину, на выдохе опускаемся ниже. Помогаем локтями, слегка надавливаем на внутренние части бедер, чтобы их больше по возможности раскрыть. Действуем без болевых ощущений. И снова. Садимся теперь ближе к началу коврика, для того, чтобы мы могли беспечно, округлив спину, опуститься на спину. И сарвангасана. С детства нами любимая березка. Толкаем попу, поднимаем ноги. Локти стараемся двигать по направлению друг к другу. Тогда ваша позиция получится более прямой. Следим за тем, чтобы не было давления на шею. Это показатель того, правильно ли мы делаем позицию или нет. Если вы чувствуете давление, опуститесь немножко вниз. Либо же примите шавасану, исходное положение. Медленно округляя спину, опускаем таз вниз, спину растягиваем. Ноги вытянуты вверх и на счет, например, 8, медленно, руководствуясь силой пресса, опускаем ноги вниз. Это последняя наша позиция, которая поможет нам еще глубже расслабиться в шавасане. И, наконец-то, наши заслуженные 2-3 минуты отдыха. Стопы разведены, ладони раскрыты, спина лежит на полу. Расслабляемся от пальчиков ног. И до самой макушки отпускаем все мысли. Чтобы проснуться перезагруженными, полностью здоровыми и энергичными.